Привет, друзья, с вами Флок. У нас сегодня два трека. Это Джакс и Аргенский. Да, Джакс на фите с Неллом. Поехали. Кокалова, лирик видео. Кадры, конечно, маленько на глаза давят, но суть понятна. Каждый день как финал, трип тотальный. Солнце, пальмы, шторм, шестипальный. Тебе не понять меня, просто дай мне то, что я хочу, оставь без внимания. Вся вина на мне, то, что близких нет. Сам себе похоронил я во мгле. В конце туннеля снова вижу свет, но нет. Меня по новой штормит в один конец. Ну, типа, выбирай, делай хорошие дела, либо вот делай что-то такое, что, блин, знаете, короче, что-то плохое. То есть, поэтому-то и кадры такие, знаете, они, где-то война с одной стороны, где-то наркотики с другой стороны, с третьей стороны там что-то хорошее, может быть, спорт там и так далее. То есть, вот выбирай, типа, ну, блин, куда тебе, в ад или в рай. При этом показывают молитвы, при этом показывают красоту города самого, да, то есть при этом показывают небо, птиц там и так далее. Ну тут есть о чем подумать. Кадры, конечно, блин. Как называется? 45-й кадр, да, там вот это вот. Стильные бедствия. Все в одну кучу. Жизнь коротечна, да? Но тем не менее трек звучит очень хорошо. То есть ребята прям, ну они прям очень хорошо спелись, как говорится. То есть понятно, что это не с первого дубля все это было сделано, да, что не с одной дорожки. Но тем не менее,
очень хорошо звучит. И главное, что в треке, да и в самом... Да, это ну, не клип, да, муд-видео, в принципе, лирик-видео, можно найти вот этот посыл, да, и ну, для каждого он будет, собственно, свой, то есть поэтому и выбирай, говорит автор-исполнитель. Эй, да. Ладненько, друзья, ваше мнение в комментарии, переходим к Аргентскому куш. Что-то у Аргентского лайков не видно. Ой, как мне эта часть нравится. Что понимать, конечно. Но звучит хорошо. Аргентский, друзья, все еще остается новичком в этом деле. По сравнению имеется в виду с другими авторами и исполнителями. Так что, друзья, поддержите обязательно. Ссылка будет в описании. Не забудьте перейти, разумеется, поддержать авторов, поставить лайки, написать им комментарии там, и так далее, чтобы видео как-то продвинулось у них. Вот, у обоих. Причем у Джакса, у Нелла и у Аргентского. Ну и, разумеется, у меня не забывайте лайк ставить. По поводу первого видео я сказал, по поводу Аргентского. Трек звучит довольно целостно. Да, больше, конечно, понравилась вот эта часть, которая ближе к припеву была. Вот, разумеется, я ничего не понял, но в целом по звучанию мне, собственно, трек этот довольно-таки близок. Ну, вот. Ладно, друзья, по обоим трекам обязательно отпишитесь в комментариях, какой больше понравился, какой бы, ну, хотели бы, я не знаю, там прослушать раз 20, может быть, 30. А если бы хотели, почему не слушаете, да? Делайте, слушайте. Ну, друзья, с вами был Флок, ваше мнение в комментарии, не забывайте поставить лайк, всем спасибо. Давайте.